конечно. Разрушили, сами видите, все, ни одной нету целой квартиры, все разрушено, как жить дальше не знаем. И надеемся на лучшее. Квартира на разбита. Человеческое существование. Квартира разбита, все разбито. Вот с подвала куда нам выйти. На костре готовим. Пока есть дрова. Пока у нас есть какие-то дрова, пока есть какая-то еда. Через неделю у нас не будет уже ничего, никакой еды. Что нам делать? Потому что военные говорят, складывайте куда-то в холод. А в холод это только в подвал, а в подвале люди сидят. В подвал к людям носить мертвых как-то это. Поэтому вот закапываем.